Летом в Сочи работали 147 площадок нашего двора, 42 из них под эгидой Управления молодежной политики города. Специалисты подошли к делу творчески и практически без финансирования организовали ребятам интересный досуг. Этим и отличились. У них очень много партнеров, которые вместе с ними, кто-то призы им предоставлял, кто-то предоставлял свою площадку для приема наших детей, вместе там пиццы делали, хлеб пекли, там проводили занятия по этикету и так далее. То есть такое огромное многообразие того, что придумала наша молодежная политика, они молодцы. Социальное партнерство сегодня очень популярно в Сочи. Множество городских предприятий помогают с организацией детских мероприятий, конкурсов, устраивают экскурсии к себе на производство. Такое сотрудничество на благо юных сочинцев ставят в пример и на уровне края. Там сочинский проект «Площадки нашего двора» рекомендовали взять на вооружение во всех муниципалитетах.